Сегодня будем готовить рыбу горячего копчения в тандыре. Заранее укладываем дрова для образования углей, потом их равномерно распределим. Для приготовления рыбки нам понадобится сама рыбка, мы взяли скумбрию, соль и перец. Рыбу мы перевязываем жгутовой веревкой. Также нам понадобится щепа. Прежде чем засыпать щепу в тандыр, нужно за 20-30 минут до готовки залить ее водой, чтобы она немного набрала влаги и ничего не пригорало. Рыбу чистим заранее. Далее солим, перчим и перевязываем. Сейчас покажем, как это делается. Делаем 3 петли и в конце завязываем. Далее несем укладывать в тандыр. Добавляем к углям щепу. Начинаем вешать рыбу на шампур. Опускаем в тандыр и накрываем крышкой. Если жар достаточно сильный, то для приготовления нам достаточно 5 минут. Если средний жар, то минут 10-15. Вот такая аппетитная рыбка у нас закоптилась. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Подставка под телефон и планшет освобождает руки при просмотре фильмов, роликов на YouTube, мультиков или новостей. Салфетницы для сервировки стола. Они гармонично сочетаются с любой посудой. Размеры салфетницы позволяют разместить в ней достаточное количество стандартных и больших салфеток.